нас 11 июля. Да, ребенок пришел. Ребенок пришел постреленок, да? Ты мой сладкий ребенок. Надо вовремя отобрать эту. Грей опять сбежал из вольера. Судя по... Грей, Грей, иди ко мне. Грей, Грей, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Пойдем, не бойся. Ну, что, пойдем. Сухой корм иди. Миха, перестань строить собак. Так, не хотим мяса, значит, едим сухой корм. Иди. Судя по состоянию шерсти на загривке, тут была знатная разборка. Скорее всего, они подрались с Максом. Ну, вроде как разобрались. Ну, разошлись, все живы. Значит, теперь у нас... Смотри, так, чтобы он с Машей. Ну, что с Машей? С Машей ему нужно познакомиться. Лучше не близко. Ночь прошла нормально. Вчера, оказывается, была серьезная гроза перед нашим приездом вечерним. Вы сколько... Вы спросили там, сколько тачка стоит, я не знаю. Вот сейчас будет поехать посмотреть. Чтобы попробовать из этого шедевра сделать хоть какую-то конфетку. Мы заелись уже, да? Мы не заелись, мы зажрались. Ну, якцеш, якцеш. Соха! Здесь стоит подшипник. Юха! Идите кушать! Юха! Юха! Соха! Кушать идите! С одной стороны отвалился. Я пойду к Маше. Угу. Сейчас я с тобой. С другой стороны. Ты посмотри, как она меня опять будет лупить лапы, чтобы отобрать ящик нектара. Да. Это надо засвидетельствовать. Нет. Очень не хочется попадать под машину лапы. Филёк, тянёшь? Молодец, хороший мальчик. Лежи, лежи, лежи. Всё. Так. Будешь задираться, я тебе тапочки сделаю. Ай. Пойдемте, пока суть до дела, сходим до советника, нальем им воды. Я в советник пошел. Я пойду вам кормить. Корми, иди. Я не буду. Позови самого мальчика, чтобы он со мной не убежал. Мальчик, мальчик, иди ко мне. Мальчик. Мальчик, иди ко мне скорее. Иди, мой красавец. Он спрятался в тенечке. Так, пиндосы вылезли. Дружную толпу требуют еды. Вот. Мелочь пузатая уже научилась лазить. Да? Вот, учатся они. Мальчик. Видите? Это мальчик. Вот это девочки, а вот мальчик, хулиганчик. Да, ты мой певец, крысодавитель, самый крысиный охотник, да. Да, 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 да. Ну, всех крыс мы душили, душили, да? Да, 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 да. Ты мой, да, да, ты мой певец.
У нас есть один певец Волчана Непаваротти. Это Лис Карерас. Что? Ну что ты? Филя, как всегда, самый злобный. Ну что, остается. Завтракаем после кормёрки. Надо накупить саморезов. Уголки есть. Так. Что тут было? Кто-то уронил палку. Это наш птенец. Совы голодные и ждут, когда мы им принесем еды. Сейчас пойдем принесем еды. Вероник. А? Да, сегодня обещали 27:30. Что-то девок нету. Что ты, Хантер, побежал? Ты мой хороший. Ты раз пробовал? Эх, кто там у красавчик? Ты себе место нашел, да? Да? Ну, что ты? Что ли? Не хочешь ты никакое имя себе брать, да? Грей тебе не подходит, да? В порядке. Вороница на месте. Перепархивать, но летать не будет. У него отстрелены кончики крыла. Это я докупил. Спасибо вам за помощь. Светофория. Шланги. Чтобы нам продлить, стараться протянуть воду до волков, если она дойдет. Если
не будет получаться, что насос у нас слабенький, ручеек обыкновенно. А, придется либо брать насос более мощный, они там в районе 4-8 тысяч нормальные. Да? Вот. Вот, видите, можете высылать нам игрушек всяких разных. Демонстрирует. Главное издевательство с фениксами над лисами. Так, а где мальчик? Лежит. Сумочка? Да. Дать столько цыплят, чтобы в пасти пообещали. Вот это вот, вот видите, какая печалька. Что? 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 На. Все поместилось, видите? Ладно, спасибо огромное. А если я еще положу? На, ну, проверяем. Да. Ну, как? Беда, огорчение. У тебя там Фокс заберет, ты зря там кладешь. Он в наглую придет и отберет. Два лиса сбежавших, мы предполагаем, что они до сих пор живут на территории. И Фокс, и Китсуне. А Китсуне видят на той промзоне. Дальше туда. А Фокс — это вот его территория. Он вплоть до того, что 2 года назад, только мы, 3 года назад мы только поставили контейнер Маше, там все, чтобы у нее, Вероника открыла дверь контейнера, пошла Маша там за вкусняшкой, приходит, а посреди, на входе лежит артефакт, оставленный нашим хорошим лисеночком. Вот. Он пришел, накакал, пометил территорию и ушел. Все в порядке. Я думаю, что не стоит его, мальчика, теперь закрывать. Пускай живет, охраняет, что его до самого Алабая такое количество собак будет охранять, а он будет сидеть. С лосями? Ну, с лосями разобрались. С собаками тоже у него пару ссадин на мудии. Ну, все. Уж надо когда-то как-то иерархию выстраивать. Он птенец сидит, как смотрит жадно. Голодный ребенок. Ну, Гудини сидит. Один глазиком. Вы там что, все попрятали? Да. Можно, кстати, сетку натянуть эту. Как он называется-то? Что купили? Маскировочную? Ну, да. Чего для? Или кусок. А чтобы он так чуть-чуть потемнее, да позеленее было, потому что здесь лоси повалы, ну, эти деревья. Ну, солнце-то у нас еще минут 10, оно вот так вот, вот сюда перейдет на сторону, а они в тенечке, все в порядке у них. Мне кажется, сыты. Ну, вряд ли он. Птен вон сидит, вон, смотрите, какими глазами смотрят сейчас. Все, мы сейчас уйдем, мы пошли. Все, все, уходим, можете кормиться. Да. 100% влажность, или 200% влажности. Вот эти линейка тут не знаю, что кукуруза будет расти. Ананасы. Кукуруза, рис. Ананасы. И на Марсе будут ананасы. Бананы. Ну ладно. Дорогие друзья, спасибо, что помогаете.
Мы, конечно, не поняли, из-за чего на нас нужно уголовное дело возбуждать. Как написала там одна заблокированная ныне уже тетенька. Вот. Я сказал, день открытых дверей в духе. Ну, день открытых дверей туда впускают, а эту, видимо, выпустили. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Он уже ту половину спрятал, которую ты ему накидала. Хантер прибежал, мокрый весь бегал. Мелкие пиндосята. Я сейчас сниму маленький ролик о них и выложу на Фейсбуке. Может быть, кто из калужан отзовется, попрошу игрушек всяко разных для этих, для этого будущего исчадия ада. Что ты? Ну, иди погладимся, иди погладимся, иди погладимся, иди погладимся. Сколько людей, сколько и мнений. Как хорошо, что нормальных людей и мнений больше. Да, Виля? Да, ты моя хвостомолотила. Ребенок. Деточка, а ты не лопнешь? Нет, не лопнет. Потом вообще. Лось и совесть — это вещи весьма-весьма умозрительные и никоим образом не связанные между собой.